Что ты придумала? Делаешь из детской Сикстинскую капеллу? Неплохо, да? Ты должна валяться на диване и есть мороженое из ведерка. Не шевелись. Терен, милая, где ты? Привет, Пол. Что вам надо? Вчера вечером в твою больницу привезли мужчину. Вытащи его. Куда он, туда и я. Ну, как скажете, офицер. В чем дело? Это сердце. Дайте дефибриллятор. Не нужно тебе лезть в это дерьмо, Пол. Я все утрясу. Кто держит мою жену? Грязные копы. Куда ты собрался? Покончить с ними. Со всеми. Копы хотят твоей смерти, малыш. Сбрось копа! Чувствую себя как в GTA. Что за хрень такая? Компьютерная игра. Прости, я большой мальчик, я не играю в игры. А ты попробуй. Отличный способ снять агрессию. Все только и говорят, что сделают все ради семьи. Это твой шанс что-то реально сделать. Приведи его к нам. И снова увидишь жену. У тебя есть час. Ты все равно сядешь. Если я сяду, то ты сядешь со мной. Отполируйте до блеска и на третьей диске. Выйдите нафиг из машины. У меня баллончик в сумочке. А у меня ствол в кармане. Что это за гребаная автомойка?